Сегодня в программе. В эту поездку случилось ужасное. На нас напали. Ивана из машины выволокли, а меня по голове стукнули. И я ничего больше не помню. Тамара Истомина вышла замуж второй раз. Павел Парамонов, с которым она прожила 13 лет в любви и согласии, прекрасный человек, самый лучший на свете муж и отец. Что же заставляет женщину просить развода? Оказывается, в ее жизни снова появился первый муж, который пропал много лет назад. Он мне сказал: «Танька, я думал, ты девушка порядочная, а ты, оказывается, уже не девственница, а я хотел с тобой и семью, и детей, и все, чтобы у нас было замечательно, но теперь ты мне такая не нужна». Татьяна Сапожникова родила мужу двоих детей, но тот не прекращал упрекать жену в том, что у нее до свадьбы был другой мужчина. Нередко в ссорах Олег заходил слишком далеко, и дело заканчивалось рукоприкладством с его стороны. Однажды он избил жену до такой степени, что Татьяна была вынуждена обратиться за помощью к подруге. Дарья Бегунова забрала несчастную женщину с детьми к себе на дачу и убедила ее подать на развод с мужем-деспотом. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Истоминой Тамары Николаевны о расторжении брака с ответчиком Парамоновым Павлом Сергеевичем. Парамонов Павел Сергеевич против иска возражает. В зарегистрированном браке супруги состоят 8 лет. Есть дочь Надежда Павловна Парамонова 7 лет. Также с супругами проживает сын истицы от первого брака Истомин Александр Иванович. И по обоюдному согласию супруга в случае развода дети остаются с матерью. Все верно, да? Тамара Николаевна, у вас двое детей. Почему вы хотите расторгнуть брак? Ваша честь, это мой второй муж и мой второй брак. Вот свидетельство. Да, будьте добры, пристав, передайте, пожалуйста, оригинал свидетельства. Все началось еще в институте, спасибо, когда мы учились. За мной ухаживал два друга, Иван и Павел. Но я полюбила Ивана и вышла за него замуж. А ты Павел знаешь, что я тебя всегда моим любил. Другом остался. Но твое слово было закон, и ты выбрала Ивана, поэтому я отступил. С Ваней вам нам тяжело жилось, потому что он на приличную работу устроиться не мог. И потом я забеременела. Через год родился Сашенька, и нам совсем трудно стало. И тогда Иван решил перегонять машины из Германии. Через год, когда Сашенька подрос, я поехала с ним. Интересно мне было. Ну, в эту поездку случилось ужасное. На нас напали. Ивана из машины выволокли, а меня по голове стукнули. И я ничего больше не помню. Когда я в себя пришла, не было ни машины, ни Ивана, только лужа крови была. И мне так страшно было, я одна осталась посреди дороги. Мимо проезжала машина, они вызвали полицию. Завели уголовное дело, начали искать бандитов, и Ваню тоже. Я хотела его дождаться, но у меня же там ребенок с бабушкой остался, и я поехала домой. Через некоторое время, как я приехала, бабушка умерла. Только я ее похоронила, бандиты какие-то пришли. Сказали, что Иван им должен денег, что он у них занимал. И что если Вани нет, то я теперь, как жена его, должна расплачиваться. Они угрожали мне и Санечке. Мне больно это слышать. Почему ты не могла сообщить? Ты уехала без адресов, без телефонов. Я искал тебя по всей стране. Я не могла тебя попросить выплачивать долги за Ваню. Я продала свою квартиру, ваша честь, чтобы за долги расплатиться. Почти все деньги я этим бандитам отдала, чтобы они от нас отстали. На гроши, которые остались, я в дальнем-дальнем Подмосковье сняла квартиру, и мы жили там впроголодь, потому что у меня ни работы, ни родственников, ни денег, и... Институт я тоже бросила, когда забеременела. Ну, так и жили. Я была на грани самоубийства, потому что
Потому что не могла я, понимаете, да, тяжело было. Если бы не Санечка. Но потом появился Паша, и он буквально нас спас. Нашел вас, да, там? Я нашел ее, вашей под Москвой в Дальнем жили, да? Я нашел ее, да. Он... Тамара Николаевна. Перевез нас в свой загородный дом. Оттуда он вас забрал, да? Да, он забрал так. Нас. Он нянечку сразу нашел Сашеньке, чтобы меня на бухгалтерские курсы устроил. И сам все оплачивал. Вот. Мы хорошо жили. Ваша честь, всем, чем мог, я помог. И хотел помогать этой женщине, потому что я ее сильно люблю. Ивана признали без вести отсутствующим. Угу. А через 5 лет мне дали... Свидетельство о смерти. То есть он так не появлялся, вы подали заявление о признании без вести отсутствующим, и в результате он был признан умершим? Да, вот у меня свидетельство есть. Будьте добры, пристав, передайте, пожалуйста, свидетельство о смерти. Угу. Так, вы получили свидетельство о смерти. Но я думала, что он умер, и Паша мне сделал сразу после этого предложение, и я не знала, как я могу жить без него, и мы поженились. Вот у меня есть свидетельство о заключении брака. Да, будьте добры. Он был очень хорошим мужем. Очень хорошим. Хорошим мужем, да, и хорошим отцом что... практически вашему ребенку, да, от первого я брака. Я родила через год Наденьку. И сейчас Надя. Ей 7 лет. И мы вместе, получается, прожили 13 дочь. Лет. Вот. И он не делал никакой разницы между моим сыном и нашей дочкой. Я люблю тебя. Я тоже тебя так, люблю. Ну все, хороший муж, хороший отец. Что же помешало-то вам? Вы прожили же все-таки 13 лет вместе. Потому что Ваня вернулся. Какой я Ваня же вернулся? Думала, что его нет. А 2 месяца назад открываю дверь, а там Ваня стоит. И я была в шоке. Ну что мне делать? Пожалуйста, отпусти меня. Я должна к нему вернуться. Ты же понимаешь, пойми, ты Тома, благородный не могу человек. Я пойти на это. Не могу, ваша... Тамара Николаевна, Ваня – это ваш бывший муж, вот свидетельство о смерти которого я держу в руке. Да. Он жив. Да. И он вернулся. И что, вы поэтому разводитесь? Ну, потому что он так много всего пережил, ваша честь. И пока он к нам вернулся, у него никого не осталось, кроме меня и Сашеньки. Тамара Николаевна, вы знаете, у меня есть ощущение, что он все-таки очень любит вас. Подумайте, вы сейчас вот этот брак, вот этот 13-летний хороший брак меняете на какое-то чувство долга. Вы же любите, по-моему, его. И он безумно любит вас. Не могу я забрать заявление, ваша честь. Понимаете, он столько всего пережил. Ваня, пока к нам вернулся, у него кроме меня и Сашеньки никого не осталось. Я прошу. Вызовите моего свидетеля Ивана, пусть он сам. Да, вы его заявляли в качестве свидетеля, поэтому думаю, что он, может быть, как серьезный человек, как-то по-другому оценит ситуацию. Пригласите, пожалуйста, свидетеля Истомина. Вы свидетель Истомин? Да. Пройдемте, пожалуйста. Проходите рядом. Здравствуйте, вы Истомин Иван Андреевич. Да, совершенно верно. Иван Андреевич, вы знаете, мне вот так вот приятно на вас смотреть, потому что в руке я держу свидетельство о вашей смерти. Значит, вы живы-здоровы, все да. У вас в порядке, вы вернулись, дай бог вам 120 лет жизни. Но у меня к вам вот такой вот вопрос. Иван Андреевич, вы отец ребенка Тамары Николаевны, да-да. Но это не дает основания рушить ее брак. Вы прожили в браке 2 года, случилось несчастье. Сейчас вы практически из-за вас. Распадается другая семья, которую уже 13 лет была. И вот я как вас, как мужчину, хочу спросить, вы вот ответственно вот эту семью рушите? Я вот вам честно, вот ваша честь, вот, пожалуйста, вот, спасибо большое. Спасибо тебе большое вот за мою жену, что он просто, он вытащил ее буквально вот, да, из нищеты. Что вот он поднял моего сына. Спасибо, вот, Паш, вот огромное тебе спасибо, вот правда, от души. Вот. Он мне хороший друг просто, он меня знает, да? Он, пока я лежал без памяти, да, я не понимал, что происходит, он в это время содержал мою жену, содержал моего ребенка. Да, вот я за это им благодарен тебе, Паш, вот. Правда, от души. Расскажите мне, что же произошло, что это такое, Паша, вы благодарность устраиваете? Человек без вас жил 13 лет, между прочим, ребенка еще. Ваша честь, родил. Я все понимаю, конечно. Смотрите, я занялся автомобилями от того, что была безысходная ситуация, в принципе, да? Вообще безысходная. Это вот 13 лет назад вот это все да, было? Да, да, именно так. Да. Я занялся этими автомобилями, значит, у меня появился вот первый автомобиль, я начал его перегонять, да? Когда как раз вот это дело было. Перегнал автомобиль, но денег за него я как таковых не получил, да, и влез в долги.
Я кредиторы до последнего просил отсрочить этот долг. До последнего просил. Что значит кредитор делает, да? Нанимает бандосов. Они нас тормозят в лесу, да, тормозят нас в лесу полностью. Жену мою пугает фактически до смерти, да. Я пытаюсь вырваться, а один из бандосов мне стреляет в спину. Пуля, значит, попадает в голову, но по касательной уходит, да. Мужичок, слава богу, не задевает, еще цел, все хорошо, да, в этом а плане. А жене вашей досталось тогда, что она без сознания несколько часов, как я понимаю, была? Да, понимаете, но дело все в том, я тоже, из меня фактически дух вон, я раз, упал и лежу, да. И потом что? У меня память пропадает, я не помню ни себя, ни свое имя. Благо вот охотнику большое спасибо, вот дед меня выручил, да? Понес, отнес меня в сторожку и выходил там, да? Ну, значит, с дедом так мы и жили, я ему помогал по хозяйству все это время. Подождите, там. Подождите, что он вас выхаживал, и вы в сторожке так 13 лет без паспорта, без имени и провели, у да? У меня правда, понимаете, я даже я не помнил вообще ничего. Ну, представляете, что такое пуля попала в голову? И все 13 лет без памяти? Да, все 13 лет без памяти. У вас была полная амнезия. Допускаю. Почему же тогда вы вышли из состояния полной амнезии и вернулись к жене с ребенком сейчас? Как это произошло? Я сейчас вам объясню. Был, значит, вот такой случай. Ну, шли годы, да, уж сколько лет уже много прошло. Дедушка уже был, ну, в принципе, пожилой, да. Он умер. Умер где-то месяца 3-4 назад тому, я точно уже не помню. Тут объявился какой-то тип самозванец. Говорит, о, сейчас я, говорит, там это, в жилье у тебя там приду, выходи типа оттуда. Ты... Какое жилье? Это вот эта сторожка лесная? Это сторожка, да, он считал, что это типа его имение какие-то, охотничьи угодья, и начал выгонять меня оттуда. Ну, знаете, честно, я ж мужик. Я разозлился, и набухался. Крепко набухался, правда, очень крепко. Мужики от злости бухают? Бывает такое, да, одни правда? Пьют, другие что-то еще делают. Но я вот бухал, да, от злости, да. Крепко выпили, и он тоже выпивший был. Поспорили мы с ним на это дело. Ну, и драка произошла, соответственно. Ну, да, знаете, как два мужика там спорят, там ругаются. И что в итоге? Дома, смотрите, в итоге он полено схватил. Мужик-то здоровый, я не успел голову увернуть. У меня полено как по башке шарахнет вообще. И все. И тут, понимаете, память ко мне обратно вернулась. Может быть, это, конечно, случай или не случай. Тут я вспомнил все. И жену свою Томочку вспомнил, и сыну Сашеньку, да, и свое имя вспомнил, как чего. Естественно, я хочу вернуть все назад, я хочу жить с ним. Иван Андреевич, подождите. Значит, 13 лет вы живете в сторожке, вы же в своем уме были, вы просто что-то не помнили, да? И за 13 лет ни разу, ну, допустим, вы не помните, но вы мыло-то не ели, да, как говорят, дурак-дурак, а мыло-то не ел. Ну, поэтому не ел, мыло не ел. Значит, что-то вы соображали. И, наверное, вы могли бы сообразить, что по поводу амнезии следует обратиться не в сторожку в лесную, а к врачу. Обращались? Ну, вот ваша честь, ну, вы представляете, дом находится... Таблеточки есть всякие от амнезии. Ну, дом находится, черт знает где, в лесу, тем более у меня денег на это не было, у меня средств вообще никаких у не было. У нас бесплатная медицина. Как, где же она у нас в России, интересно, бесплатная медицина? Так, покажите у нас мне страховой... одну больницу хотя бы. Да, где? Ты... Я не видел такой еще, я ни разу не видел. У нас видел. Бесплатная медицина, везде, и деньги, человека берут, с амнезией берут. У нас примут в любой больнице. Я не знаю, но и документы у нас восстановить можно. Так я же своего имени не помню, понимаете, как я могу документы восстанавливать, если у меня даже имени своего нету. Я даже не знаю, кто я, что я. Я у деда спрашиваю, дед сказал, ты валялся без сознания, там, я тебя выходил. Вот поэтому вся ситуация и произошла. А как, значит, полено по башке я грел, так все, и память вернулась. Прям вот раз, и все. Все, что сказал этот человек, единственная правда, то, что у него реально отшибла память, может быть, когда-то. Но никакого дедушки, никакой сторожки, никакой охоты, никакой рыбалки у него не было. Паш, ты чё? Все это время он жил с молодой женщиной на территории том, той страны. И Паш, прекрасно он об этом знает. Паш, и знай ты об этом, ты кому ты хочешь уйти. Можно, если пригласить моего том. Свидетеля с моей стороны том, в качестве этого дела, который может выслушать и я скажет я свою позицию. Вообще, Алена Приходько. Будьте добры, пригласите, пожалуйста, Приходько. А кто это? Два года какой пожил и пропал без вести. А это кто еще? Здравствуйте, свидетель. Я попрошу вас сразу ответить на вопрос. Знаком ли вам Истомин Иван Андреевич, присутствующий здесь тоже в качестве свидетеля? Этого человека я знаю. Чего? Это мой муж. Но только не как Истомина, а как Илью. Ага. А дело было очень просто.
Мы с ним простите, простите, пожалуйста, еще раз. Истомин Иван Андреевич, вот он так у нас представлен, так чисто. А для меня это Илья Ильченко, мой муж, супруг. Илья Ильченко. Так, хорошо, продолжайте, пожалуйста, подождите, свидетель, удивление у меня есть. Илья Ильченко взялся у нас из лесу, где-то принес контуженного в дом. Когда в себя пришел, когда выходили, сказал, что это бандиты на него напали, за ним охотятся и хотят убить. Мы его пожалели. Пожалели и попросили сделать регистрацию у меня. Ну, оформили как внука двоюродного там Ильченко. Сказал, это что вот в этом вот лесном домике какой-то у вас дом, да? Ну, у нас в деревне дом. А, в деревне, деревне, да? На самом деле, в деревне, да. Не так уж там у нас не лесно. Такая лесная сторожка. Хорошо, да, хорошо, да, это я так для себя. Да, угу. Даже база. Вы его зарегистрировали постоянно как дальнего родственника. Так, дальше как развивались события? Да, зарегистрировали у нас в доме, ну и стали, значит, выхаживать. Поднялся, отъелся, в общем, что ты несешь? Ничего. Что ты бред несешь, мужик. А? Да что, ты кто? Вот ты паспорт кто? Ему справили. Ты кто? Милиционер наш. Ты кто? Кто ты? Жена. Жена твоя. Вот этот вот, значит, какой-то синий паспорт. Это что за паспорт? Ну, Белоруссия. А, Белоруссия. Из Белоруссии я, конечно. Я просто не поняла, где у вас этот лесок-то, сторожка. Так. Да. Я из Белоруссии, вот и в Белоруссии. Будьте добры, будьте добры. Пристав. Передайте, пожалуйста, документ. Ты какой-то, ты откуда вообще взялась? Ты кто? Свидетель, сейчас мы устанавливаем вашу личность. Мы сейчас вам помогаем установить вашу личность. Да я свою личность знаю, что мне восстанавливать? Так продолжать-то можно дальше, что было? Так, фотография ваша, Илья Ильченко. Я Ванек. Помните, так вот, не короче помните? Короче говоря, вот этот вот самый Илья, который без памяти Иван, у вас, наверное, да, сфотографировали. В общем, поженились мы с ним, потому что, ну, не было в деревне у нас толком никого, мы с ним жили в одном доме. Простите, пожалуйста, вы официально зарегистрировали свой брак с ним на территории Белоруссии? Да, у меня свидетельство, вот, пожалуйста, о браке есть. Да таких свидетельств в Белоруссии... О браке, да, конечно, да, вот десятилетней давности, почти 10 лет с тобой прожили. Сейчас, слава богу, печатная промышленность у нас хорошо была. Забыл все, да, опять у тебя амнезия случилась. Да, забыл. Я тебя вообще первый раз вижу. Я тебя, ну, я тебя не забывал. Вы знаете, что свидетель в этот цирк с конями здесь неуместен? Пожалуйста, ведите себя. Хотя бы глазки опустите долу. Будьте добры, продолжайте. Как? Ну, я деда попросил, он сделал ему инвалидности там пособие. Но оно маленькое было, толку мало было. А он действительно так был плохо? Вот все, ничего не помнил? Двигательные функции. Ну, мы его выходили, он как-то он ничего не рассказывал. Выходили, хорошо. Двигательные функции у него работали? Все? Ну, вроде как шевелился, ну, да. Ну, шевелился-то хорошо, чтобы брак регистрировать? Ну, красивый такой, все хороший, шевелилось? Да, все в порядке. Все функционировало, да, нормально, на хорошо. На работу только никак не мог пойти, все не, на шесть сидел. Не а мог то, или не хотел? Ну, одно дело, человек полупарализованный. Чуть как надо, так ему плохо, все дела. Чуть что-то головка голова побаливает, ага. Сразу там то ли давление, то ли поташнивает, ну, все. То есть на него работали вы? Да, все и это время я как раз... Вот закончила техникум, в магазин устроилась. Потом у нас эту базу открыли продуктовую, меня взяли руководителем туда, я там супружеские работала. Свои обязанности выполнял как инвалид или исправно? Ну, это когда, ну, в основном нормально все было, вроде не изменял. Вот иногда только денег возьмет, в Минск съездит, там погуляет и возвращается всегда назад. Денег ваших возьмет, которые вы заработали. Ну, ему развеяться что-то было надо там, ну, потому что вообще грустно там у нас, скучно было ему. Хорошо, скажите, пожалуйста, в какой момент он исчез? А, то это была очень интересная история. Вот где-то с полгода назад у нас на базе хищения были какие-то. И, в общем, решили, что я. На меня подумали, дело завели уголовное. Меня на 72 часа задержали. Пока я там сидел, я ему весточки пересылал, что, мол, ищи работу, потому что я не знаю, меня отстранили, как мы жить будем дальше, непонятно. Пока суть до дела, ты бы уже там пристроился, все такое. И вот через 72 часа потом вор нашли, меня отпустили, дело закрыли против меня. И я возвращаюсь, я домой, а этого нету, красавца. Денег, которые я откладывала на черный день, их тоже нет. Колечек парочки нету, кулончика нету. Че ты, ну как, и какие паспорт колечки? Лежит, паспорт лежит, российский паспорт какие свой закопал. Какой кулончик? Что ты несешь? Какую-то ахинею. Да, конечно, вот, вот посмотрите, ахинею, вот посмотрите, кулончик? Вот колечко, вот это, где вот, это колечко? Мое. Ну это я покупал это ей, я вам не верю.
А вы его снимите с обратной стороны, там царапина. Я на складе, когда работал, царапнул случайно. Это мне дед дарил, мне врать незачем. Мое это кольцо. Царапина? Ваня, унес. Где вот, ну что, мне чужое кольцо подарил? Выпившая шла, ободралась, ничего страшного, подумай, что ли. Получается, что ты бросил меня в самый тяжелый момент, когда мы остались одни. Я продала свою квартиру, чтобы заплатить долги за тебя. Мы с Ванечкой голодали. Ты, ваша честь, он и машинами начал заниматься, когда совсем впроголодь начали жить. Я... Кто ты? Кто ты такая, чтоб не указывать? Ты можешь это понять? Кто ты такая вообще, чтоб не указывать? Ты забыла, как у меня было положение? Да забыла? Я, может быть, совсем умерла там, на этой обочине. Меня убили. Да кто тебя могли тронет? Убить? Кто тебя тронет, из-за ваша тебя, честь? Понимаешь? Они бы не тронули, они за мной охотились. Я им должен был. Я слышал, как ты там дышала, когда вот они бежали со мной. Я помню это, что ты что с тобой все в порядке было. Кто тебя ты, там тронет? Ваша честь. А мне были проблемы, я на работу никак, ваша честь, устроиться не мог. Вот начал заниматься машинами, чтобы получается, прокормить жену и ребенка. Получается, понимаете? Что я совсем не знала своего первого мужа. Я думала, что он герой, а он, оказывается, подонок. Жил там в свое удовольствие за счет женщин, а когда они ему нужны были уже не нужны, выбрасывал их как мусор. Получается, что он и Алену использовал, и она, походу, его любит. И верила ему, понимаете? Пашенька, прости меня, пожалуйста. Пашенька, прости. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Тома. Ваша честь, я хочу отозвать иск. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Ты хоть несешь, что ты соображаешь, несешь. Прошу всех садиться. Хочу пояснить сразу присутствующему здесь свидетелю, что я уже сообщила в правоохранительные органы, они подъехали, материалы сейчас им передаются, они очень хорошие специалисты по амнезиям, они помогут вам восстановить память. Оглашается определение суда. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истец отказалась от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Решение вам понятно? На этом судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Что делаешь-то, а? Ты хоть маникюр когда-то делала? Да какой маникюр? Маникюр? Какой маникюр, если я руки свои из-за тебя портила? Может, и надо хоть чуть-чуть внимания уделять? А что, если просишь, не уделяла? Поужинать приготовить в такую пустоту? Нет, мы ужинаем только в ресторане. А так вы хотели, либо звезда она, либо она кашеварит. Посмотрите на себя. Прекратите быть посудомоечной машиной. Прекратите быть пылесосом. Вы хороша, красива, умна. Займитесь собой. Иначе тот, для кого вы все это делаете, потом будет на вас плевать. Добрый день, господа. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Сапожниковой Татьяны Алексеевны к Сапожникову Олегу Юрьевичу о расторжении брака и о разделе трехкомнатной квартиры площадью 74 квадратных метра стоимостью 9 миллионов рублей в равных долях. Об определении места жительства несовершеннолетних детей. Дочки у вас две. И их вы хотите оставить с истцом, правильно? Да? И ответчик Сапожников Олег Юрьевич, на развод вы не согласны. Иск о разделе квартиры вы не признаете. И вы выдвигаете встречный иск об определении места жительства детей с собой. То есть здесь вы, супруги, не достигли никакого соглашения. Вы представляете это сделать суду. Хорошо. Вы прожили в зарегистрированном браке 9 лет. Ваши дети совместные, две дочки. Карина Олеговна, 8 лет. И Арина Олеговна, 3 лет. Правильно? И так как у нас стоит вопрос об определении места жительства детей, мы слушаем его с участием представителя органов опеки и попечительства Любовь Алексеевна Соболева. Но мы начнем сейчас все-таки с истца. Вы должны изложить суду причину развода. Ваша честь, я хочу развестись со своим мужем, потому что я больше не в силах
терпеть его издевательство над собой. Татьяна Алексеевна, ну вы суду расскажите, вот в чем это выражается, чтобы было понятно. Именно. Потому что я понимаю, что у вас боль вот присутствует. Да, мне действительно очень тяжело. Я понимаю вас. Вот конкретнее. Вы знаете, именно побои. И при том, что причины как таковой нет. Какая-то патологическая ревность. Он постоянно меня в чем-то подозревает. Он постоянно уличает меня в связи с какими-то мужчинами абсолютно непонятными. Я просто хочу, чтобы вам было понятно, что до моего мужа у меня был один молодой человек. И мы с ним разошлись по обоюдному согласию. Вот. И через год, и год я ни с кем не встречалась, через год я повстречала своего мужа. И вы знаете, такой пикантный момент, во время интимной близости он мне сказал: «Танька, я думал, ты девушка порядочная, а ты, оказывается, уже не девственница, а я хотел с тобой и семью, и детей, и все, чтобы у нас было замечательно, но теперь ты мне такая не нужна». И год мы не виделись. А потом совершенно случайно мы встретились у подруги на дне рождения, и как-то так все закрутилось. В общем, через полгода мы, собственно говоря, пошли в ЗАГС, поженились. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вы обсуждали вот с вашим будущим мужем обстоятельства вашей первой размолвки, после того, как вы опять встретились? Mm-hmm. Потому что, ну, действительно, такие требования, ну вот, ах, ты не девственница, а я думал. Ну, что он думал? Сейчас уже современное общество по другим правилам живет. Да, я согласна. Да. Знаете, конечно, мы обсуждали. Mm-hmm. И Олег мне обещал, что ничего подобного не будет повторяться, что он будет себя как-то сдерживать, контролировать. И вы знаете, какое-то время действительно было затишье. Но после рождения первой дочки он устроил мне скандал совершенно на ровном месте. Просто я ставила косметичку на столе, не убрала ее. То есть это была не ревность, а уже другая какая-то причина? Нет, это просто, знаете, придирки по совершенно каким-то мелочам. И он меня опять-таки упрекнул, что неужели у тебя было столько мужиков, и ни один тебя не приучил к порядку. Угу. И вот это все постоянно нагнеталось. То есть он постоянно уличал какой-то момент, чтобы упрекнуть меня в том, что он у меня не первый. Угу. Я терпела. Ну, если он говорит, что столько мужиков, то не просто не первый, да. Он там видит целые полки. Вот, абсолютно mm-hmm. правильно. И вы знаете, и я плакала, я просила его прекратить. Я просто хотела нормальной, спокойной жизни вместе со своим мужем. Татьяна Алексеевна, да. Он предъявлял эти претензии и ревновал вас только словесно или он бил вас? Это важно. Да, вы знаете, вот сейчас я расскажу, что после рождения второго ребенка Олег поднял на меня руку. Первый раз случилось только после того, как вы родили второго ребенка, да? А вот первого вы родили более-менее ничего. Более-менее. Все было, то есть были просто скандалы, mm-hmm. постоянные скандалы, но рука хорошо, на меня не поднимала. А муж бил вас при детях? Вот эти сцены насилия семейного наблюдали дети? Я всячески пыталась, чтобы этого не происходило, потому что я уводила их в комнату, я надевала им наушники и выходила на свой страх и риск. Но вы понимаете, я возвращалась в синяках и в слезах. Ну, вы обращались в милицию? Я не обращалась, потому что, ну, я не знаю, ну, вы ни в травмпункт ни разу не обращались, не фиксировали? Нет, мне стыдно. Побои нет. Такое выносить. Вы надеялись, что он исправится? Вы верили? Вы знаете, да. Ради детей? Да. Хорошо, значит так, и сейчас вы приняли решение поставить точку в этих отношениях, наверное, потому что вы разуверились в том, что он исправится. Вы знаете, да, просто последний раз, когда муж избил меня, моя подруга, я не могла уже не обратиться за помощью, моя подруга приехала ко мне, помогла мне с детьми, потому что я уже просто не могла встать. И она позвала меня переехать к ней, потому что ей больно просто действительно mm-hmm. на это на все а смотреть. А квартира, в которой вы совместно проживали с детьми и с супругом сейчас, находится в распоряжении ответчиков. Да, да. И поэтому вы хотите все-таки вот эту квартиру забрать, да? Ну, часть. Да, чтобы... просто, да, только причитающуюся. Вы хотите жить, с детьми жить отдельно? Да, я хочу жить отдельно. Хорошо. Олег Юрьевич, да. Тогда вы на развод согласны или не согласны? Ваша честь, я вам скажу так. По поводу избиения она преувеличивает. Это только для того, чтобы уличить меня в глазах суда, вы понимаете? Угу. И решить вопрос о местожительстве детей в свою пользу. Угу. Ваша честь, если честно, то мы с Татьяной живем мы с ней нормально. И жили бы так, если бы не ее подруга Дарья, которая...
извините меня за выражение, мозги прочистила ей так, что та сразу побежала в суд подавать на развод. Так, Олег Юрьевич, тогда поясните, каким образом подруга так повлияла на мнение вашей супруги, что та побежала разводиться с идеальным прекрасным мужем, с которым жила бы душа в душу, да нет проблем. Ну, ваша честь, начнем с того. Что ж за Дарья-то такая роковая? Ну, вот подружка у нее такая, потому что которой выгодно, чтобы моя жена жила у них в загородном доме. Она у них там как нянька, как домработница. Ну что, у Татьяны с мужем с деньгами все в порядке. Подождите, какая же она домработница, у нее двое детей на руках. Ну вот. Она с детьми и еще успевает по хозяйству. Так, вот я вам говорю, Дарья давно подбивает мою жену, чтобы та работала. Работала у них. Да проще какую-то свободную женщину пригласить. Не получалось у них, не получалось. Одна попадалась на краже имущества, вторая обижала детей, третья подсыпала снотворное. В общем, не везло ей с нянькой. А с нашей повезло. С моей женой, я имею в виду. Повезло. Вот. Потому что дети сидят с ней здорово, и наши дочки с ней общаются, дружат с ее детьми. А мне-то это зачем? Объясните, товарищ, ваша честь, зачем мне это нужно? Ни жены, ни детей в доме, хорошо, чтобы не было. Давайте вы мне скажите, Олег Юрьевич, вот объективно, были скандалы с женой? Ну, конечно, на этой почве. Случались скандалы такие вот до рукоприкладства? Ну, случалось, но мы не дрались, как на ринге. Не было такого, Как она может с вами, как на ринге, драться? Вы посмотрите, она в два раза меньше вас. Еще бы на ринге вы с женщиной дрались. Вот я просто вам и говорю, не дрались. Руку прикладывали, удары были? Слегка, может быть, не знаю, по ней шлепнем друг друга, я не знаю. Что значит шлепнем? Слегка, пониже спины, по плечу. Олег, слегка? О чем ты говоришь? Ваша честь, пожалуйста, вызовите мою просто подругу Дарью. Она видела меня в ужасном состоянии, она видела мои побои. Это подруга, вот ваша Дарья, это как раз та якобы подруга, как сейчас вот ваш супруг утверждает, которая вас разлучила, которая повлияла на ваше решение. Скажите, Дарья, она действительно знает об обстоятельствах жизни вашей семьи? Она действительно знает, мы с ней очень близкие подруги, да? И она не раз приходила мне на помощь в трудный момент. Хорошо, это Дарья Сергеевна Бегунова, которую вы заявляли ранее в ходатайстве. Будьте добры, Бегунову пригласите в зал. Конечно, довелось до слез. Здравствуйте, свидетель. Пожалуйста, занимайте место рядом с истцом. Вы Бегунова Дарья Сергеевна? Да. Дарья Сергеевна, вот ответчик утверждает, что вы повлияли таким образом на свою подругу, что она желает разводиться. Скажите, что вам об этой семье известно, и было ли действительно давление с вашей стороны? Сейчас расскажу, ваша честь. О каком давлении может идти речь? Он ее избивает, и я считаю, именно поэтому их нужно развести, понимаете? Лупит ее каждый день, просто самоутверждается за счет жены. Понимаете? Слабая женщина просто так бьет. Скажите, пожалуйста, вот вы об этих избиениях знаете со слов вашей подруги, или вы хоть раз были свидетелем этих избиений, свидетелем скандала, что вы видели своими глазами, меня интересует. Конечно, ваша честь, не раз видела. Да вот не так давно я у Тани в гостях была, уехала домой, буквально через полчаса звонит мне, вся в слезах, в истерике, я приезжаю, она мне дверь открывает, огромные синяки на руках и нос разбит. Говорит, муж снова избивает. Или вот как-то мы у Тани на дне рождения были. Она вина выпила немножко и пошла в лес у дома прогуляться. Минут 10 ее не было. Возвращается. Он на нее при всех гостях. Ты где была? С кем шлялась? И как ей ногой в живот даст? Вы представляете, мы в шоке были. Да, или однажды уже у нас дома мой муж случайно задел, торшер перевернулся, а их дети в соседней комнате были, так они как зверята от этого шума под стол забились, мы с мужем в шоке были. Я говорю, ребят, все в порядке, просто лампу уронили. Дети нервные, да? Да, конечно, а они знаете, что говорят? Ой, а мы думали, это папа пьяный пришел, упал, сейчас встанет и снова начнет мать бить. Ваша честь, вы не видите, что она просто гонит на меня. Она специально, извините за выражение, она специально все замутила. Вы наблюдаете, что вашу подругу метелит в течение нескольких лет. Вы ни разу не обратились сами. Ну, она, понятно, она боится, она его любит, она... Там, я не знаю, какими руководствуются мотивами, но вы-то со стороны видите ситуацию. Ну что же вы, друзья? Как бы я все прекрасно понимаю, вы полностью правы. Я всегда свою подругу защищала. Не могу ж я ему свою голову на плечи не поставить. Надо ему свою голову. Надо просто идти и сообщать в правоохранительные органы, что находятся в опасности дети. Потому что вот случаи бывают. Он ударил жену, а промахнулся, и у ребенка голова отлетела.
А мы все только сидим и наблюдаем, дружим с ними. Вот поэтому их развести нужно. Друзья, хорошо. А сейчас мы должны выслушать представителя органов опеки и попечительства. Любовь Алексеевна, вы составили ведь заключение уже? Конечно, сообщить суду. Ваша честь. Вот вы правильно сказали, дети нервные. И нервные, это еще мягко сказано. Вы знаете, вот тут вот просто случай однозначный. Значит, мы раньше никогда на эту семью не обращали внимания, потому что как бы сигналов не поступало. А вот в данной ситуации мы с комиссией вышли на квартиру Сапожниковых и застали мы там только одного вот отца, ответчика. То есть Татьяны с детьми дома не было. И по опросу соседей она уже не жила там недели две. И те же соседи нам рассказали, что да, действительно, постоянно скандалы, дети кричат. Да и так визуально это видно. Смотрим. В доме бардак вообще, мебель поломанная, двери вот эти вот, знаете, вот межкомнатные со стеклянными вставками, все в трещинах какие-то, все разбитое. То есть видно, что там все время происходят баталии. И я ни за что не поверю, что супруги друг друга бьют. Вы посмотрите на жену и посмотрите на него. Это же вообще мясник какой-то. Вот. После этого мы пригласили вот Татьяну с детьми к нам в центр. С ними беседовал психолог. Вот что дети сказали. Значит, младшая девочка, трехлетняя, та вообще, как только мы спросили про папу, она сразу заплакала, у ребенка истерика, ее, в общем, забрали. То есть там такая глубокая психологическая травма у детей. Да, там глубочайшая травма психическая. А девочка постарше, та в пол уткнулась, молчит. 8 лет ей второй постарше. Да, 8 лет. Угу. Вот. И видно, что ребенок запуганный. То есть молчит, ничего не говорит, но видно, что да, все, там все происходит, нехорошие вещи. А сейчас вот. Они где живут? Вот а сейчас они живут вот в доме у подруги. Вот. Mm-hmm. Мы много работали и с мамой, и с детьми. Маму вообще отправляли в центр помощи пострадавших от домашнего насилия. Какие условия сейчас, вот сейчас, в которых находятся сейчас дети на сегодняшний день? Сейчас стала ситуация лучше. Поработал психолог со всеми. Mm-hmm. Сейчас они живут в доме вот у подруги. У них там есть свое место какое-то? Да, у них прекрасная, отличная комната. У них там, это хороший поселок элитный, там школа хорошая, там спортивная школа, там музыкальная. Старшая девочка там сейчас посещает школу? Да, по месту жительства подруги, да? Да, да, да. Стала вот ходить на плавание, в секцию. То есть вот все замечательно. И вы знаете, вот детей спрашиваем, дети категорически не хотят слышать об отце и не хотят возвращаться обратно в дом. И мы ходатайствуем о том, чтобы определить место жительства несовершеннолетних с матерью, и, конечно, как-то их надо ограждать от отца. И, в общем-то, истица все правильно делает, и мы ее в этом поддерживаем. Лихо вы решили, да, за меня. А я такой вот тиран. Я вообще не хочу с вами разговаривать. На самом деле, все не все так просто. На женщину ни в коем случае никогда нельзя же поднимать руку. Вы же детей травмировали. О детях-то они не думают никогда. Да, слово ответчику представляется. Разрешите, пожалуйста. Не все так просто, Ваша честь. Я прошу пригласить свидетеля. Моего свидетеля, Бегунова Анатолия, пожалуйста. Будьте добры, пригласите Бегунова. Я ему все расскажу, и тогда он поймет, чем моя жена занималась, он ее не будет защищать и просто выгонит вашу семью. Видите, это вот он сейчас такой вот робкий и скромный. А дети-то забыли. Вы свидетель Бегунов. Пройдемте. Я была потрясена. У пьяниц, у алкоголиков и то дети в лучшем моральном состоянии. Честное слово. Ну это оскорбление просто. Да ну что же, вот оскорбление. Вы сами себя своим поведением оскорбляете. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте, Бегунов Анатолий Михайлович. Анатолий Михайлович, и как я понимаю, вы свидетель со стороны ответчика, вы супруг Дарьи Бегуновой, да? Да. А, вы муж и жена, только жена почему-то вот со стороны истца выступает, а вы пришли выступать со стороны ответчика. Тогда скажите, пожалуйста, Татьяна Алексеевна Сапожникова сейчас проживает со своими детьми в вашем доме. Это так? Ну, да, потому что Дарья ее привезла к нам в дом, и я всегда во всем свою супругу поддерживаю. То есть, если так надо, то, конечно, человеку нужно помочь, потому что, когда я увидел ее в синяках, со своей стороны, как мужчина, я постарался сделать все,
и чаем напоил, и они там допоздна потом общались с моей супругой, и потом постель постелил. Ну, в общем, приняли по-человечески. У вас дом большой, у вас есть возможность и ей жить, и детям жить. Да, конечно. И вы готовы им предоставить жилищные услуги? Конечно. И как я уже сказал, я во всем свою супругу поддерживаю. Раз надо, значит надо. Будем помогать. Скажите, пожалуйста, а вот в тот вечер первый, когда она пришла, вот вы говорите, вся в синяках, она сразу с детьми приехала, да? Нет, вы знаете, уже время было позднее, и за детьми мы уже с моей супругой поехали утром. То есть куда? Старшую дочку мы, подкараулили возле школы, а младшую дочь Татьяна сама забирала садик, и сразу после завтрака, по-моему. Ну, я потом всех девчонок усадил в машину к себе, привезли домой, ну и мы всячески со своей супругой, со своей стороны, заботу оказывали как могли. Мы им, конечно, разрешите? Комнату и все. Толь, скажи ты суду правду, скажи ты. Ну что ты скрываешь? Ты с дочками общаешься. Ну скажи, неужели они обо мне отзываются плохо, я их избиваю? Ну скажи, разве они это говорят, что я... Нет, этого, конечно, нет. Я хочу сказать, что никогда не слышал от детей Сапожниковых, что Олег их как-то избивает. Но также не буду отрицать один момент, когда я услышал от твоих детей, Олег, когда они общались с моими детьми, и старшая Карина просто спрашивала моих детей, говорит, а ваш отец, он бьет мать? Мои удивились, конечно, говорят, нет, конечно, у нас это, в принципе, неприемлемо. Но Карина говорит, а наш папа бьет. И просто разревелись. Толя, ты понимаешь? Подожди, мы с тобой мужчины, мы вообще не должны руки поднимать. Да не солидно просто. Ты ничего не знаешь по поводу моей жены, совершенно. Вы опять, видимо, ошиблись с нянькой, ты понимаешь? Вот вы возмущаетесь, что я бью Татьяну. Да, я ее бью. Но не просто так же ведь я ее бью. Я же не садист какой-то, потому что она мне изменяет. Это не основание, ты пойми, не основание. Какие факты? Факты, хорошо, я сейчас предоставлю вашу честь. Первый раз на день рождения у моей дочери. Она убежала с каким-то из гостей. Потом с утра пришла, начала каяться. Дальше больше. Каяться в чем? Ну что, виновата, прости меня. Убежала или она признавала факт супружеской измены? Да, призналась, что да, уходила. Я простил ее. Но дальше больше. Я узнаю, что у нее роман с моим другом. Она спит с моим другом. Вы понимаете, ваша честь? Я ее опять прощаю. Что ты врешь? Да я не вру, не вру. А ты в нашу постель не лезь, в нашу жизнь вообще не лезь. Не нужна мне постель. А ты, кстати, Дарья, ты знаешь, ты в курсе вообще? Что? Что моя жена к вам в загородный ваш домик любовника приводила. Не в курсе, да? Не веришь, да? Вы-то в город поехали, а я проследил с забора. Сказочно. Сфотографировал, да. Пожалуйста, на. Вот фотография. На, посмотри. Смотри. Смотри. Фотомонтаж. Смотри, что за бред? Даша, не шуми. Не шуми. А что там? Что там? Это мой друг вообще был. Два силуэта. Кувыркается у них в спальне. Там плохо. Это мой друг. Я знакомил его с Татьяной, чтобы она... свою жизнь личную налаживала, пойми. Даша. Так, простите, пожалуйста, это вы сфотографировали через окно? Да. Там немножко размыто, но я-то знаю, извините за выражение. Татьяна Алексеевна, это был такой случай, просто чтобы понять, эта фотография имеет отношение к делу или нет? Что там, извините за фотографию, но вообще... Это мой друг. Хорошо, покажите, пристав, пожалуйста, свидетелю эту фотографию. Уважаемый судья, там мой друг, я думаю, что он был бы против, чтобы разглядывали эти фотографии. Так подожди, то вы говорите, что это не имеет отношения, то вы говорите, что это друг. О как. Ребят. Толь, Тань, так это ж ты, скотина. Это ж ты на фотографии. Ребят, я что-то не могу понять. Вы что тут, все спите друг с другом за моей спиной, что ли? Тань! А кто второй-то там на фотографии? Я не понимаю. Я просто не знаю всех ваших друзей. Благоверный мой, вот его татуировочки, его татуировочки. Господи, поверить не могу. Что, Даш, что? Тань, ты как могла? Ты в моем доме живешь. Ты с моего стола ешь. А ты? Даша. Ты хоть подумал, чем это для тебя закончится? Можешь? Ты, дорогой мой, хоть подумал, что отец мой с тобой сделает, а? Дорогая любимая, ты когда приводила эту в дом, извини меня, ты о чем думала? Что она передо мной будет вилять тут
Я мужик, извини меня. Я вообще, это вообще я недоразумение было. Дар речи, послушай, какое недоразумение? Недоразумение, какое недоразумение? Ты говорил, что ты бросишь ее ради меня. Ты хотел, чтобы я ушла от мужа, и кому это была бы гарантия, что я не вернулась к нему. А теперь это недоразумение? Да как ты можешь дети вообще? Я тебя умоляю, к тебе. Нет. Тань, ты как, хорошо себя чувствуешь вообще? Ужас. Это что такое? Это как вообще могло быть? Вот. А страдают дети от всего этого. Я не знаю, ну, у меня бывает такое, что меня что-то дернет, и я какие-то дурацкие совершенно поступки творю. Олег, он хороший, он... Я люблю его, и мои обе дочери от тебя. Обе его дочери от тебя, и мне стал хорошо с тобой, мне только с тобой хорошо. Ваша. Пожалуйста, ваша честь, я прошу нам просто дать время на примирение и отложить заседание, пожалуйста. Ваша я, честь. Я не знаю. Ваша честь, разрешите. Подождите, Татьяна Алексеевна, я что-то немножечко, немножечко не поняла. Значит, вот сейчас Даша, ваша подруга, Дарья Сергеевна, дети живут сейчас в вашем доме. Вы будете дальше предоставлять возможность девочке ходить в школу по вашему месту жительства? Детям будете давать возможность жить в вашем доме? Меня сейчас дети интересуют, потому что вот эти вот любовные похождения – это второй план. Ой, нет, вы знаете, я меценатством тут не занимаюсь собираться. Это, конечно, ужас какой-то. Тань! Вещи меня, свои пожалуйста, у порога заберешь вместе с детьми, чтобы ноги не было твои в моем не, доме что, больше. Дети, поняла? Мячики, что ли, какие? Извините, у меня своя жизнь тоже есть. Ваша извините честь. Вы знаете, эта жилплощадь принадлежит не детям, поэтому мне и моему после отцу, такого случая всего психологически вот этот аспект надо учитывать. У меня вопрос к Татьяне Алексеевне. Татьяна Алексеевна, а что же мы будем делать с теми многократными, систематическими, многолетними побоями, на которые вы здесь весь судебный процесс жаловались? Может, ей нравится, что он ее бьет, а, Тань? Может, тебе нравится? Может, удовольствие получаешь от этого? Знаете, извращенцев-то полно на земле. Может, тебе хорошо вообще, на самом деле, все устраивает? Только знай, моя дорогая, что такой подруги, как я, больше тебя не будет. Я к тебе со всей душой, с открытым сердцем. Я тебе свой дом предоставил. Ты жила у меня, ела у меня, ты понимаешь? А Олег так и будет тебя дубасить. И по делам тебе. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Решение вынесено следующее. Слушание дела о расторжении брака и об определении места жительства детей и о разделе супружеского имущества отложить и назначить супругам срок для примирения на 3 месяца. Олег Юрьевич, да. Такое решение вынесено только для вас. Угу. У вас есть шанс очень быстро, в течение ближайшего времени, опомниться, угу, и зарубить себе на носу, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя бить женщину. Не потому, что ей это нравится или не нравится, а потому, что ваши дети растут психически травмированными. Я очень прошу органы опеки и попечительства, пожалуйста, проследите, конечно, за этой семьей. И если хоть единый какой-то будет скандал в присутствии детей, значит, надо ставить уже вопрос по-другому. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать.